Волонтеры Архангельской области – это еще один бренд региона. Об этом заявила глава Поморья на заседании Совета по делам молодежи. Добровольцы Поморья своим профессионализмом, доброжелательностью и активностью завоевали авторитет на различных федеральных и международных мероприятиях. На заседании было предложено распространить опыт работы волонтерских центров САФУ и Дома молодежи для всех муниципальных образований области. Я настаиваю на том, чтобы вы сформировали конкретный перечень рекламных площадок, информационных площадок, где будете рассказывать о добровольческих и молодежных проектах. Это должно быть частью наших муниципальных и региональных проектов, как социальная реклама, как специальный информационный посыл всему обществу, что есть такие ребята, что лозунг «валить надо» уже давно остался в прошлом, а это анахронизм, оставшийся к нам от совсем тяжелых времен. Наши волонтеры успешно зарекомендовали себя во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Губернатор поблагодарил их от имени оргкомитета и вручил памятные медали. Впереди у добровольцев региона «Формула-1» в Сочи, Всемирная зимняя универсиада в Красноярске, чемпионат мира WorldSkills в Казани и Международный арктический форум в Архангельске.